Ребятки, если вы хотите получить новенький iPhone, деньги, много конфет или игровой компьютер, то прямо сейчас успейте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик за 3 секунды. Начинаю отсчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Ставь лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Последняя цифра лайка – это и есть ваш приз. Кто успел, тот умничка. Желаю приятного просмотра. Нет, ну это слишком маленькая кровать. Мне нужна кровать побольше. И еще можно сделать ее как раз-таки желтой. Ребята, всем привет, с вами я Коля. И короче, я сделал себе небольшой... Точнее, хочу сделать небольшой себе тут ремонтик-перестановочку, потому что все жители говорят: ой, да вот ты переехал в такой дом, а ремонтик себе тут не делаешь и так далее. В общем, постоянно стараются меня чем-то задеть. Я не знаю, ребята, по-моему, жители мне завидуют, и их зависть иногда переходит все границы. Я когда-нибудь сделаю такой дом, что они просто... Знаете, как говорят, челюсть отвиснет. Вот, ну а вы сейчас, ребята, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, если любите смотреть видео на Ютубе. Да-да, ребята, если вы любите смотреть видео на Ютубе, то прямо сейчас обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это очень-очень важно, так? О, вот это теперь я понимаю. Теперь все жители мне обзавидуются. Ой, кажется, телефон звонит. Ну-ка. Алло? Алло. О, бабка, привет. Холиган. Чё? Все. Чего? Это конец. Да чего ты говоришь такое? Я не понимаю. Я переезжаю. В смысле, я куда? Я переезжаю, я тебе говорю. А что случилось? Я переезжаю. Больше я в этом доме жить не буду. Все. В смысле, пока. А что случилось, бабка? А, пока. А что не случилось в доме-то? Ребят, дом стоит. Вон у бабки крыша, что ли, едет? Ладно, давайте сейчас как раз-таки придем и спросим у нее. Давайте скорее даже полетим. А то что-то сейчас еще каких-нибудь глупостей наделает. Так, 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 так. Бабка, ты где? Баб... Не, меня нету, все. Бабка, что такое, бабка, ты где меня вообще? Меня нету, я взяла чемодан и ухожу, все, пока. Бабка, да стой, подожди, все, какой пока, чемодан? Бабка, я тебе говорю. Да расскажи, что случилось лучше, ну. Все, это просто конец, это просто конец. Бабка, остановись, бабка, остановись, или я это? Что случилось? Или что это, я тебе сейчас на голову вот сундук поставлю. Ты можешь рассказать, что случилось, что бабка струсила и бежит? А что случилось? Что случилось? Бабушке то ли крыша поехала, то ли дом с ума сошел. Не, ну то, что крыша поехала, я вообще не удивлюсь, если честно. Но давай лучше так, расскажи... А не хочешь, чтобы у тебя тоже крыша поедет вместе с домом? Не, не хочу. Ты лучше расскажи свои подробности, бабка. Что случилось-то? Короче, слушай сюда. Слушай. С утра какая-то творится чертовщина в этом доме. А поподробнее можно? Короче, слушай сюда. В общем, ну? Я сегодня, значит, такая это... Ушла на рыночек, с утра сходила, значит, творожку купила, молочко купила, короче, сметанки купила, захожу в дом. Все, на кухоньку поставила, все, так, в холодильник, думаю, ладно, так как время еще рано, думаю, пойду еще немножечко подремлю. Правильно. Захожу в комнату, все, никого нет. Оборачиваюсь! И? А сзади меня стоит Слендермен. Ого. Ну, может, он к тебе в гости пришел? Что, алло, куда, зачем, почему? А он молчит. Молчит, как жук. Я ничего не поняла. Я ему говорю, давай убирайся, а он все равно молчит. Короче, ладно. Это все фигня. Бабушка думает, ну ладно, пойду водички попью. Водички на кухне попила. Ага. Потом пойду деду расскажу. А потом вспомнила, что он... Ну, нет, короче, вот так вот. Короче, водички попила. Пошла так. К деду. Думала, сейчас ему все расскажу. Ну? Значит, захожу к деду, а потом вспомнила, ну, зашла в его комнату, потом вспомнила, что он на свою рыбалку уперся. Так. Раскачусь. А там опять монстр стоит. Другой дед. Уже. Я о. Говорю, не поняла, ты кто такой? А он молчит. И чё ты, думаешь? Так и чё, и чё ты? Бабушка в какую-нибудь комнату не заходила, везде монстры стоят! Да баб... Стоят и молчат, я вообще что-либо... Может, что-то они тебя патрулить решили? В смысле патрулить? Ты хочешь проверить? Пойдем. Пошли. Пошли. Пошли, я тебе покажу. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Давай, пошли, выберем любую комнату, куда бабушка не зайдет, везде монстры. Давай, везде выбирай комнату, в которой ты еще не была, давай. Пошли, вот именно в комнате, вот надо в комнату, пошли. Давай. Иди, хочешь туда зайти и давай. Иди посмотри. Ой. Иди, иди, ага. А иди туда зайди, иди, иди. Ой-ой-ой-ой-ой. А я тебе, так, пошли в ванную, хочешь в ванную? Да-да. А? Пошли. О, никого нет. Смотри, не поворачивайся, такой, не поворачивайся, мне страшно. Ой. Это кто? Это кто? Это кто? Я не знаю, бабка, но мне он не нравится. Все, а, нет, не надо, оставь меня тут. Я уезжаю пока. Бабка, подожди, подожди, может это только нет, в этих комнатах. Нет, я уезжаю, я тебе говорю. Подожди, пойдем посмотрим наверху у паука, может там нету.
Пошли. Да в смысле нет? Да я тебе говорю, это же какой-то... Это какая-то чертовщина творится. Лучше я в руки оружие возьму. Бабка, понимаешь чего? Подожди. Если... Так они могут просто... Может, просто сговорились и все. Как сговорились? Откуда они берутся? С неба, что ли? Да приходит и все к тебе. Нет, в том-то и дело. Слушай, что, смотри. Да посмотри, я тебе говорю. А? Смотри, пока я смотрю ты... прямо, никого нет. Ага. Только я вот так разворачиваюсь. Ну-ка. Все. Вот давай я так, давай я так в комнату слондарина зайду. Давай, давай. Вот давай. Смотри, только не разворачивайся. Я пока боюсь. Вот смотри, ну. Я стою рядом с тобой. Вот смотри, видишь, стою рядом с тобой. Так. Вот сейчас как если развернусь, то мне кажется, мне хода будет. Давай развернемся на три. Раз, два, три. Нет. Так это же слондарин, это же комната слондарины. И чё я тебе говорю? При чем здесь комната слондарины? Я тебе говорю, что в каждой комнате появляется какой-то непонятный монстр. Потому что попробуй их уничтожить. Как уничтожить? Вот пошли, последний эксперимент. Пошли. Или еще два. Или что? Или ты мне не веришь до сих пор? О, ну тут нет никого, видишь? Вот, нет никого, я тоже никого не вижу, смотри. Все. Я рядом с тобой встаю. Никого нет, видишь? Никого вообще нету. Раз, два, три. Только я разворачиваюсь. Ай, господи, нет, все. Мести идет. У бабушки крыша едет. Все, у бабушки крыша. Все, крыша съехала у бабушки. Все, не хочу больше ничего знать. Так, стой. Что делать-то? Я вообще не понимаю. Папка, давай их просто уничтожим и все. Не буду в этом доме больше жить, я вообще не понимаю, что делать. Все, бабки, я взял патроны, пошли. Куда пошли? Зачищать. Зачищай. Зачищай, бабка, пошли, бабка. Я не пойду, иди сам, я не пойду туда. А ты не поможешь. Какая-то чертовщина творится. Так. И так. И так. Так. Все хотят, они уходить из моего. Все, бабка, ушли. Отсюда ушли. Я боюсь опять заходить, так, ну смотри, не появится. Смотри, не появится. Видишь, смотри, стоим. Ну, вот так вот. Вставай рядом. Все, стоим. Стою. Давай, считаем на трех. Раз, ну, два, три. Ну-ка. О. Никого. О. Поняла. Я же говорю. Да. А как все. Это так происходит? Пошли в твою комнату. Ничего не понимает, бабушка, это что за чертовщина-то происходит? Так, убираем его, бабку, убираем. Я не хочу смотреть это. Все, бабка, чисто. Проверяем? Да. Так, заходи. Тут тоже чисто. Так, давай зайду. Заходи. Так, ну-ка. Так. И давай чё? Встаем рядом, встаем. Так. И давай. Чё? Раз, два, три. Ну-ка. О! Нет никого. Все отлично. А как это? А как это так происходит-то? Не знаю. Ах ты какой! Так. Хулиган, я ничего, бабушка вообще ну-ка. Ничего не понимает, а? Так. Бабушка ни черта не понимает! Все, бабка, давай здесь проверяй. Заходи. Ну-ка. Давай. Ну-ка. Раз, два. Три. О, стоит! Напугал тебя. Блин, зараза мелкая. Так, тут нет никого, отлично. Так, пошли. Пошли, осталось двое. Бабка, осталось двое. Да страшно, я тебе говорю. А ты ж... Слушай. Чего? Ну, я не знаю. Точно не все будет хорошо? Все нормально. Здесь будем смотреть, не будем? Где? Вот тут, в Сандерине-то. А, пошли, давай. Конечно, ты чё? Давай. Раз, два, три. А! Ой! О. Нет, никого. Никого нет, все нормально. Ничего непонятно, ничего последнее. Непонятно было. Последнее осталось, бабка, последнее, так. А, мести. Так, сейчас. И чё? Так. И чё происходит-то в этом мире, всё. Я не понимаю. Чё происходит? Бабка. Всё. А чё? В смысле? А как я... Мне кажется, тебе надо священника, как... В смысле, в другой комнате. Пойдём посмотрим как другую. Как я буду в другие комнаты заходить, объясни? Давай, в какой мы ещё не были. Давай в гараже пойдём посмотрим. В гараже. Пойдём. Пошли. Куда? Прямо вниз в гаража. Так. Пошли. Всё, бабка, вставай рядом. Так. Сейчас будем считать. Давай. Считай. Раз. Давай. Два. Три. Поворачиваемся. Ой! Ой, господи, это чё? Я же тебе говорю, это как это? Это как это, а? Бабка, ты получается в каждой комнате по монстру. Тебе... Я знаю, бабка, ты знаешь, на тебя проклятие наложили, бабка. Как это? Кто? Так я не знаю. Может, какая-нибудь ведьма. Ты там ведьму никакую не обманул в последнее время. А может, это на тебя наложили? А может, это от тебя все? Ну, пойдем посмотрим мой дом. Пойдем посмотрим. Мне кажется, это вообще ты во всем виноват. Пойдем посмотрим, бабка. Пойдем. Может, на тебя надо священника натравить? Ой, бабка, успокойся. Вообще-то у меня все нормально было, я надеюсь. Сейчас пойдем. Полетели скорее прям, бабка, полетели. Мне так. Страшно. Мне страшно, я тебе ты летишь, говорю. летишь, хорошо. Мне... Да мне, ладно, бабка, это всего лишь монстры, твои друзья. Да, ничего себе, они не монстры, не друзья, они вообще не разговаривают. Это не важно, главное, что ничего злого у них не было. Так, ну-ка. И чё?
Давай, заходишь? Подожди, сейчас заходишь. Я лучше оружие сразу возьму. Дальше что? Давай, считаем. Раз, два, три. Ой! Нет, бах! Всё. Это проклятие на мне, все точно на мне. И иди с моего дома, пожалуйста. Да, давай, ага, бабки, я к тебе не приду пока. Все, ага, давай. Пока. Короче, ребята. А что бабушки-то делают? Я что-нибудь придумаю, завтра порешаем, бабка. Хорошо, я переночую статуи пока. Короче, какие-то эти баги в доме бабки происходят. Я не знаю, ли проклятие. В общем, будем разбираться. Всем удачки, всем пока.